И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и Кэтмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. И давно у нас не было серии, где Димон Покемон меня пугает. Если вам нравится эта рубрика, ставьте лайкосик. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Ну что, Димон, ты должен быть сегодня очень умным аниматроником и шагать в пиццерию на работу. Мне нравится. Так, девочек. О, вы уже там мины расставили. Кто мины ставит? Там человек-паук какой-то. Так, давайте я тоже мины точно возьму. Опа, на. Тихо. Я думал его за жопу укусить, пока он. Кусай. Ладно. Так, ребят, давайте камеры поклацаем. Так, лефти пока что. Опа, вижу бомбу. Кстати, очень атмосферно, на улице гром идет и молнии. Кстати, напишите, у кого какие погоды в комментариях. Будет интересно почитать. Димон, какая у тебя погода? Опа. Ну, нормальная. Нормально? У нас жарище, 21 градус. Уже можно без трусов. Ой, в шортах можно ходить. Я вижу тебя! Ну нафиг! Отвали! Так, девочек мне зубы заговаривает, а сам хочет меня напугать. Не-не-не-не-не, я не ведусь. Очень хитрый жук. Че ты там? Да я клацаю камеры, они что-то заели у меня. Ну ладно. Не работают. Какие-то, да, поломатые камеры. Так, бросай. Так, Димон, где-то ты тут есть. На камерах? Нет, на карте. А, на карте. Логично, да? Да. Ух ты! Кэтмакс, ты вообще решил... Димон, тебя он дамажит или нет? Дамажит. Во, это хорошо. Давай, Кэтмакс, кидай больше мин. Может, какие-то есть аддоны на ловушке? Димон, ты не видел такой? Будет интересно скачать. Не видел. Или лаки-блоки, такое что-то интересное, чтобы на рандом. Так. Будем смотреть эту сторону. Так. Ух тышка! А ты невидимый зашел? Да. Че, когда играю в FNAF, мне кушать хочется. Че так-то? Это ж пиццерия, Димас. А, я думал, что так пиццей пахнет? Я ж есть захотелось. Я, кстати, люблю пиццу. Бежит! Кэтмакс, заходи, я закрою двери. Не-не-не, Кэтмакс, все. Ну нафиг, Кэтмакс. Надо было жертвовать чем-то. Ух ты! Выбежал и проиграл. Ух ты! Ну нафиг. Нету никого. А он ходит. Вот он! Ого, зубы у тебя острые! Ты их чистишь, они у тебя желтые, фу. Желтозубик. Кэтмакс, давай, мочи. Так, смотрите. Кусает нам двери. Ого, кого-то дамажит жестко. Это Димон идет! А, это... не успел, по башке прям дало. Так, Кэтмакс закрыл, да, двери? Так, это, знаете, дверь, когда меня закрывает, она сколько сносит? 10 тысяч хп. Ого. Ничего себе, а может она вообще все жизни сносит? Не, 10 тысяч только. Так, Кэтмакс, что гранату твою не видно. А что так-то? Открываем калитку здесь. Так, продолжаем. Так. Димончик перезарядку делает, я знаю. Перезарядка аниматрониками. Меня ваши бомбы убивают. Кто там летает, вонючка какой-то? Это вонючка я. Понял. На! Опа! Закрывай! Есть! Ух ты, а как ты меня убил? Сквозь дверь, ого. А что, так можно было? А, да, можно. Ну, прикол. Вот это прикол. Так, только Фокси сейчас по другой траектории пробежался. Вы не против? Так, я сейчас подготовил вам нового бойца. Отлично. Я тебя вижу! Ну нафиг, я не успел закрыть двери! Просто у вас есть такие фильмы, где, знаешь, слышишь звук какой-то страшный, и наоборот идешь туда. В фильмах таких ужасов. Так я не знаю, это только в фильмах. Нормальные люди убегают оттуда, а в фильмах идут. Где логика? А ты точно так же, слышишь какой-то звук стрёмный, открываешь дверь посмотреть, что там. Не, я думал, ты ушел. Ты как-то, ну, недолго обычно лупашишь. Не, я решил чуть-чуть подоль. Кидай. Опа, я вижу, гранату вонючку кинул. Так, слышу. То рохтит.
Мангл ползет, да пока она долезет. 6 часов спустя. Прощай. И гранату кинул, молодец, Кэтвакс. Красава. Молодец, молодец. Так, сложно, сложно. Так, Фокси стоит, красавчик. Вот это человечка я нашел. Привет, так, давайте Макс. Включим вот эту сторону. Ух ты, лухи! А как это? Дверь закрылась, она не с той стороны. Отвали! Отвали от меня! Куда ты? Куда ты? Куда ты? Не-не-не-не-не! Иди сюда, я тебя обниму. Ребята, делаем ноги. А я бегу, бегу, бегу. От марионетки убегу. Оп. Никто меня не убьет? Убьет. Не-не-не-не. Лох. Най-най-най-най-най-най-най. Не может тебя никто так дать. Сейчас как клацну по тебе, а? Не-не-не-не-не-не. Сейчас как укушу. Так, и тут еще копьянист пришел. Копьянист. Я такого еще не слышал. Это как Димас от ТВС, понял? А, да-да-да-да, есть такое. Ну чё? Убийца бабочек. Не можешь меня убить? Да блин, ты толстый, а я худой. Ой. Сейчас что-нибудь другое возьму. А где логика между толстым и худым? Ты что, я тебя убить не могу. Что там у тебя в руках, Кэтмакс, покажи. РПГшка, что еще? Давай, бросай бомбу. Он шарудит, я слышу. Да нафиг я двери открыл. Камеры как у вас? Хорошо работают? А ты что, поудалял их, что ли? Нет. Ты меня видишь на камере? А где ты именно стоишь? Тут камеры подвисают, надо ждать, когда нажимаешь. Добрый день, камеры, как у вас дела? Чё не переключаются? Ладно, камеры подвисают, давайте подождем. О, подвисают, да, камеры? Да, надо ждать какое-то время. О, сейчас разключила. Так, давайте, Фокси стоит. Эта штучка есть. Двери закрыты. Ну на камере не видишь, да? А тут камера опять заглючила, ладно. Так, да ты где-то тут, вот где-то ты тут. Так, так, ребята, где-то он тут ходит. А где я? А я тебе фонариком подсвечу. Кэтмакс, не взрывай только. Где он? На! Ну нафиг, я вспомнил. Что, ты забыл выключить свет? Да. Димас, а что ты в этой комнате свет не включишь? Какой? Ух ты! В который ты находился. А ты так меня не убил, что? Я тебя не вижу просто. Фу, красавчик. Кто открыл двери? Ты что, двери открываешь, что? Нельзя! Нельзя, нельзя! Как ты так это... Ты читер, ты калитки открываешь. А, так ты был внутри, что ли? Я тебя не ви... Ты меня не видишь? Нет. А я вот. Смотри. Я попал в тебя или нет? Нет. Чего я ж... А ты там не стоял возле меня? Я видел тебя, но ты промахнулся. И что, ты живой остался? Да. Вообще жизни не забрались? За, ну, 500 где-то. Что-то мало, ядерная бомба в этот раз подвела. Ну что, Диман, давай, дуэль 1-1. У меня админский пистолет, ты можешь брать... Все возможности аниматроника. Давай, поехали. Хорошо. Все, по всей карте играем. Ребята, давайте пишите в комментариях, кто из нас затащим, я или Димон. А кто затащим? Ты меня будешь сейчас искать и убивать? Ну или ты меня должен убить. А, ну давай, ищи. Ой, Кэт Макс, ну что ж ты? Нормально, нормально, пойдет. Димас, как поиски. Ищу тебя. Очень жестко ищу. Кэтмакс умер. Короче, как найдешь, скажешь. А где ты? Вот ты! Блин, видели, он на потолке сидел. Класс. Вот это нычка была. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока. Это сейчас.